Все на старте. Паводковая ситуация в Татарстане оценивается как сложная. За прошедшие сутки спасатели получили около сотни сигналов о подтоплениях. В Казани вода залила улицы и подвалы частных домов в столичных поселках. Во многих населенных пунктах Елабужского, Лениногорского, Алькеевского, Новошишминского и Альметьевского районов разлились реки. Дорог в некоторых деревнях не видно, поскольку напоминают они больше венецианские каналы. Передвигаться местами можно только на лодках.